Здравствуйте, это программа «Выпуск», в студии Ксения Каста. Прямо сейчас о главных событиях к этому часу. В эти дни в Москве проходит второй международный форум развития парламентаризма, гостями которого стали представители из 132 стран. Инициатором этого мероприятия выступила Государственная Дума. Участие в форуме принимают около 800 иностранных гостей, 41 спикер, а также делегации 14 международных парламентских организаций. С какой целью уже второй год политики собираются в российской столице и для чего организован форум, рассказал Владимир Жириновский. Сегодняшний, уже второй, наверное, это международный форум, это чтобы было больше площадок в мире, чтобы не замыкаться ПАСЕ, ОБСЕ, любые межпарламентские ассамблеи. Это наш политический международный форум. Здесь о чем можно договориться? Мера выработки стандартов демократии. Допустим, выборы в парламенты. Только по партийным спискам. Потому что когда выборы в округах, то часть голосов теряется. Победитель становится депутатом, получив 30%. А остальные, там 5-6 кандидатов, получили меньше, это 70% голосовавших. Их голоса теряются. Стандарт демократии или государства, светские государства. Государства во всем мире должны быть светскими. Религия везде должна быть отделена от государства. Безопасность. Здесь, конечно, координация. И здесь опять стандарты могли быть выработаны, вот я уже говорил, чтобы религия не использовалась как оружие. В данном случае Ближний Восток, сунниты, шииты. Чтобы национальный вопрос не использовался. Допустим, турки, курды живут в одном государстве и воюют 30 лет. Тысячи погибших. И опять религиозный фактор. Турки, армяне. Армяне, христиане, турки, мусульмане. Вот депутаты могли бы и здесь тоже внести свою лепту, чтобы усилить международную безопасность. В целом террор в любой форме должен быть осужден и должны приниматься совместные действия. Координация должна быть. Действий, чтобы у террористов везде бы земля горела под ногами, чтобы не могли совершить теракт в одной стране и избежать в другую. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, за год интерес к форуму заметно вырос, поскольку на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию относительно ситуации в мире. А лидер ЛДПР в очередной раз обратил внимание на опасную обстановку, в которой оказался Иран. Вопросы международной безопасности, номер один остается Ближний Восток. И угрозы США в адрес Ирана или других стран, это недопустимо. Депутаты должны скоординировать свои усилия и не допустить никакого военного решения, ни одного вопроса на Ближнем Востоке. Мы всегда с уважением к Ирану относимся и желаем ему благоденствия. Но у Ирана есть возможность защититься. Пускай даст разрешение создать русские базы. Сирия дала военно-морскую базу. Где ИГИЛ? Нет ИГИЛ. Русские помогли, а Иран ни одной базы нет. Нам нужна военно-морская база там, военно-воздушная, для сухопутных войск в Таджикистане, в Армении. Тогда будет безопасность Ирана. Никто ему угрожать не сможет. А сейчас он беззащитный. Системы ПРО нет у него, С-400. Турки купили, им никто не угрожает. А Иран что не купит? Деньги же есть. Поэтому мы готовы во всем помогать Ирану и будем его во всем поддерживать. У российских парламентариев началась региональная неделя, которую они проводят в подшефных им областях. Депутат ЛДПР Евгений Марков улетел в Ханты-Мансийский автономный округ. Накануне он рассказал нам о планах своей поездки. Ближайшая политическая региональная неделя у нас с вами с 3 по 6. Я ее проведу, безусловно, в Тюмени, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. У меня там будет также конференция региональная. Вот, по выдвижению кандидатов, потому что в сентябре у нас в единый день голосования будут выборы. Это также общение с нашим активом, безусловно, встречи с гражданами. Я сейчас вел такую систему, значит, я там вторник, среду, пятницу, когда у нас
пленарные заседания. Я стараюсь через скайп общаться с нашими региональными отделениями фактически во всей матрешке. Это позволяет сформировать мне, ну, подготовиться к своим визитам уже когда на территорию там выезжаю. Соответственно, охват людей, которые приходят к тебе со своими проблемами, существенно возрос, нагрузка возросла. Вот. Но тем не менее, я понимаю уже, с какими вещами я должен ехать, собственно говоря, уже в регион. То есть понимаешь, с какими-то решениями уже туда приезжаешь. Ну вот это вот будет впереди. А вот в Амурскую область на региональную неделю улетел депутат ЛДПР Андрей Кузьмин. Помимо рабочих встреч с представителями местных властей, парламентарий проведет прием избирателей. Также в планах присутствовать на 5-м старте ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный». Уже запланирован ряд встреч и с представителями правительства Амурской области. Но у меня будет региональная неделя чисто в Амурской области. С чем это связано? Прежде всего, это я уже сказал о встречах с представителями правительства Амурской области по ряду вопросов. Прием граждан будет осуществлен в самом Благовещенске. И два таких, наверное, торжественных события. Это запуск ракеты 5 июля с космодрома «Восточный», где я буду. И 45 лет БАМу 6-7 июня будут мероприятия в Тынде. То есть вот там я буду вручать адрес, ну, как поздравительный адрес от комитета нашего по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, Арктики еще. И вот эти вот такие планы. Планы хорошие, я считаю, реальные, исполнимые. На днях в Госдуме состоялись парламентские слушания о повышении качества образования в российских школах. Обсуждались важные вопросы – уровень зарплат учителей и будущее единого государственного экзамена. По мнению депутата ЛДПР Бориса Чернышова, главные аспекты на слушаниях так и не были озвучены. Парламентские слушания в Государственной Думе прошли по системе образования, школьного образования, по вопросу качества образования. И, конечно же, главные вопросы, к сожалению, не были обозначены. Мы говорили о туалетах, а, к сожалению, забыли поговорить о душах школьников, потому что ничего не было сказано о педагогах-психологах, то, о чем долго говорила министр Васильева. К сожалению, мало было сказано про вопросы, связанные с зарплатами учителей, говорилось о коэффициентах, а у нас совершенно иные предложения о базовой ставке для учителей. Ничего не было сказано по вопросам, связанным с цифровизацией и платформизацией образования. Мы помним те интересные проекты, которые сейчас ведет Сбербанк с Хорошколой и другими проектами, которые предоставляют качественное, хорошее образование по новым форматам, где человек не затачивается на сдачу ЕГЭ, а развивает свой интеллект в целом. Вопросы, связанные с непрерывным образованием и переходом ребенка из средней школы в высшую школу, тоже об этом, к сожалению, ничего не говорилось. И также мы не обсуждали вопросы, связанные с контрольными цифрами приема, а значит и с бюджетными местами в системе высшего образования. Все это и многое другое – это вопросы, которые остались без ответов. Также, к сожалению, не были отвечены на… не было никакого ответа на вопрос, связанный с единым госэкзаменом. По мнению Сергея Сергеевича Кравцова, руководителя Рособорнадзора, способствует улучшению интеллекта введение новых экзаменов. Но это априори глупо и совершенно неправильно. Поэтому мы выступаем против. ЛДПР вообще выступает против единого государственного экзамена, да и всех экзаменов, в том числе и вступительных. Мы считаем, что дети могут поступать без экзаменов на любые специальности, а потом, используя возможности первоначального отсева тех людей, которые не хотят учиться, не могут учиться и, в принципе, не нацелены на то, чтобы получать качественное высшее образование, они бы уходили из системы образования. Поэтому все эти вопросы остались без ответа, но мы будем задавать их уже посредством депутатских запросов, обращений и писем и готовить наши инициативы. Российская коррупция на Дальнем Востоке на руку китайским фермерам. Об этом заявил депутат ЛДПР Кирилл Черкасов. Парламентарий рассказал, почему продукция наших крестьян не конкурентоспособна с китайской и как бизнесмены из КНР зарабатывают на России, используя ее же ресурсы. Вы знаете, там другая проблема, там очень мощная экспансия китайских производителей.
И, к сожалению, китайцы не хотят создавать у нас полные циклы переработки, то есть формировать максимальную добавочную стоимость на продукте. Они хотят просто выращивать сою, причем выращивать ее с вредными пестицидами, истощая землю, и увозить к себе. Почему? Потому что в Китае есть государственная программа. По этой государственной программе все производители, они получают длинные, практически бесплатные средства на закупку. И сои невыгодно выращивать Китаю, потому что она очень водоемкая. И Китай понимает, что если он будет выращивать у себя, то им придется, а у них и так проблемы с питьевой водой и с чистой водой пресной, им надо будет вкладывать водоканалы, водоочистку. Они поступают достаточно грамотно. А где у нас бесхозяйственность, где у нас можно каким-то чиновникам прийти и договориться? Россия, под боком. И вот мы видим, как грибы растут эти китайские фермеры и все остальное. И поэтому, естественно, они делают неконкурентоспособным с нашими крестьянами, потому что у них нет такой государственной поддержки, и у них нет таких возможностей, как у китайских бизнесменов. И посмотрите, ни один завод по переработке сои не построен в России. Они все строятся на границе, но с другой стороны. Поэтому китайская сторона с удовольствием строит мосты, она с удовольствием открывает пограничные пункты перехода, ну понятно для чего, да. То есть у нас забирают сырье, а нам везут текстиль, другую продукцию, которая у них произведена. И получается, что добавочная стоимость, налоги уходят к ним. И там развивается промышленность, там создаются рабочие, высокооплачиваемые места, потому что наши крестьяне получают по 10, по 15 тысяч, а китайские предприниматели уже получают, у них уже средняя заработная плата почти там к европейской подходит. Ну, так не должно быть. Водители часто пугают лишением прав. Это главная страшилка сотрудника госавтоинспекции. Но, по мнению экспертов, есть статьи в российском законодательстве, которые боятся стражи дорог. В ЛДПР разработали пособие, с помощью которого водителю станет проще общаться с сотрудником ГИБДД. Расскажем об этом в ближайших выпусках. А у меня на этом все новости. До свидания.